Поклонники физической культуры за активное утро. В советские времена начинать свой день зарядки должен был каждый. Традиция, похоже, возвращается. Ряды приверженцев зарядки снова начинают пополняться. Тему продолжит наш видеоматериал. Когда и где возникла зарядка, точно сказать нельзя. Сегодня она имеет место во всех странах мира, но в различных вариантах. Самыми ярыми поклонниками гимнастики во всем мире сегодня являются китайцы. Практически все от мала до велика на восходе солнца собираются в городских парках и на площадях, чтобы размяться как следует. Есть смысл в самом названии. Она заряжает энергией на весь день. После правильной зарядки будешь работать как на батарейках. Все больше убеждаются в этом оренбуржцы. К примеру, в самом крупном спорткомплексе области утро начинают с разминки. Впервые она прошла в Оренбурге еще в 2010 году. С тех пор успела стать хорошей традицией. Самая массовая зарядка в нашем регионе прошла 1 июня, когда Оренбург присоединился к всероссийской акции «Займись спортом, стань первым». На площади спорткомплекса Оренбуржья собрались студенты, школьники, представители молодежных организаций области. Только позитив. Вот вообще вот очень хорошо. Мне очень понравилось. А это уже зарядка на стадионе «Оренбург». Далеко не разовая акция, а регулярные занятия. С 11 мая для жителей микрорайона под чутким руководством инструктора проводится утренняя гимнастика. Уже 8 часов начинают подтягиваться поклонники активного образа жизни из близлежащих домов. Увы, пока желающих начать свой день с порцией физической культуры не так много. Закоренелый костяк уже собрался. Те люди, которые ходят непосредственно, которые бывают каждый день практически здесь, помимо утренней гимнастики, есть здесь и ходьба, и бег оздоровительный, который проходит по вторникам, четвергам и субботам. Упражнения на различные группы мышц, оздоровительная ходьба, бег. В случае чего инструктор подскажет и поможет абсолютно безвозмездно. Постоянные участники зарядки, те, кто приходит сюда уже не один месяц, успели заметить положительные результаты. Стал чувствовать себя лучше. И физическая форма стала лучше, подтянулись мышцы, настроение хорошее появилось. Вот, как говорят, в бодром духе, в здоровом теле здоровый дух. Как сказал Платон, гимнастика – исцелительная часть медицины. С этим трудно не согласиться. Не нужно жалеть для утренней зарядки нескольких минут, ведь взамен вы получите хорошее настроение и здоровье.